Чтобы сезон дождей, слякоти и первых холодов не застал вас врасплох, самое время запастись настоящим медом. Это полезный продукт, который обладает уникальным свойством поддержать иммунитет человека и помогает бороться с простудой. Купить вкусный мед можно в ТЦ «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29, где открыты ярмарки кочевой пасеки семьи Тюриных из Тамбовской области. Наша съемочная группа выяснила, почему именно у этих пчеловодов покупают мед и продукты пчеловодства тверские покупатели. Тему продолжит наш корреспондент. Для тверских покупателей приезд кочевой пасеки Тюриных всегда праздник. Пчеловоды из Тамбова представляют на выбор более 15 видов меда отменного качества. Цветочный, гречишный, липовый, донник, молочай, акация. Рекомендую мед с цветочной пыльцой. Помогает для повышения иммунитета, сердечно-сосудистых заболеваний, от хронической усталости, от бессонницы. Ярмарки меда пасеки Тюриных по традиции проходят в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 и в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 на втором этаже. Покупатели приходят, чтобы попробовать на вкус разные виды меда и пополнить свои запасы. На зиму для чая, для поддержки организма. Очень полезный для здоровья, конечно. Чай с медом, горячий, молоко с медом. Целебный, выздоравливаем. Хороший мед постоянно покупаем. Каждый вид меда отличается по вкусу и по свойствам. Например, липа, рассказывают тамбовские пчеловоды, всегда поможет справиться с простудными заболеваниями. Прополис является природным антибиотиком, а забрус пчелины употребляют при лечении вирусных заболеваний дыхательных путей. Мед рекомендуется употреблять по одной чайной ложке за полчаса до еды. А так можно кушать столько, сколько вы хотите. Необходимо мед кушать для того, чтобы повысить свой иммунитет. Он богат витаминами и микроэлементами. Для своих любимых покупателей пчеловоды Тюрины предлагают уникальные предложения. Так, при покупке 3 литров меда одного вида скидка 17%. 4,5 килограмма цветочного меда вы купите за 1000 рублей. При покупке 5 килограммов меда шестой в подарок. Мне очень нравится продукция, что они предлагают. И каждый раз я покупаю разные виды меда, потому что они дают попробовать. С молочаем мне очень нравится. И гречишный я покупала. Все очень прекрасно. Купить на осень и зиму вкусный мед можно в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Часы работы ярмарок с 10 до 19 часов. Добро пожаловать на ярмарку меда семьи Тюриных с 13 по 21 октября.